Султанша, наконец-то вы здоровы. Большая радость видеть вас здоровой. Я все смутно помню. Твои действия ради меня до сих пор пред моими глазами. А я ведь думала, что ты ко мне ненависть таишь. Не смею, султанша. Так, это так. Сколько слов ты от меня услышал? Таковы узы судьбы. Мой сын отправил тебя ко мне как недруга, а ты душевным другом моим стал. Открыть двери. Рана от кинжала зажить может. Но вот рана в сердце ни за что, мой Мехмед. Я ради отца. Твоего отца казнила я, верно? Он был предателем. Он предал династию и само государство. Ранее я не сказала тебе об этом, ведь я хотела, чтобы в твоей памяти он остался храбрым солдатом. Я не мог знать, султанша, а вина моего отца до сих пор на нем. Наказание за вину отцов не должны носить дети. Я прощаю тебя. Но ты отправишься в Египет и построишь для себя новую жизнь. Хорошо, Мехмед? Султанша, прошу вашего прощения, не могу встать. Этим утром мне вновь не здоровится. Конечно, погода столицы не пошла тебе на пользу. Немедленно выйди в путь. Ты возвращаешься в Амасью. Султанша, не делайте этого. Прошу, я и так годами тосковала по сыну. Не кидайте меня вновь в огонь тоски. Позвольте провести хотя бы последние дни подле моего сына. И вы, мать, вы поймете меня. Ты своим наивным видом можешь обмануть всех, но не меня. Ты вовсе не больна. Узнав, что моему регенству пришел конец, ты сыграла в игру, дабы вернуться назад. Вы обвиняете меня беспричинно. Я ради моего шехзаде. Именно из-за этого ты и уедешь. Ты покинешь дворец, пока не погубила своего ребенка желаниями, что сжигают и крушат все.